Хотели бы повесить картинки туда,
включить там музыку, поставить лампочку, чтобы играть. Ну и, конечно, пригласить ребят, чтобы было весело. Самый красивый. Самый красивый. Самый лучший. Самый лучший. И картинки, разумеется, самые лучшие, самые модные. Самые хорошие. Там будет очень весело. Ну, я надеюсь. Чего вы говорите? Говорите. Много раз. До свидания. До свидания. А, да, Тимур, да. Ты говоришь, чтобы картина попала, я хотел, чтобы мы весь рост. А можно так сделать? Туловище Гурьяна. Тогда мы можем по-быстрому попрощаться и поздороваться, потому что я... Или назад... Не-не-не-не-не, другом, Лёша. Там будет выше один. Я решил. Какой? Привет, друзья! В эфире музыкальная передача «Дискотека». Теперь концовка. Музыкальная программа «Дискотека». Теперь концовку, да? А вы соединял ими. Наши микрофоны установлены в мраморном дворце на выставке неоакадемизма. Прощаемся теперь. Да. Наша передача подошла к концу. Пишите нам, звоните. До свидания. Звоните нам. До свидания. Вот она, Владик, где реальная съемка. Ну поверни. Срезаешь все и ты еще. Сейчас женимся. Я должен добраться. Мамочка. Да. Подожди, я еще не спал. Я могу написать записку. Хорошо.
конкретно. Ага. Сегодня уже крестный ход, все такое, там праздники, вечеринки, много другого. Нет? А? Есть повод. С одной стороны, это политические праздники, мне не очень радуются, а интересно встретиться с верующими людьми. Ты можешь еще написать.